Всем доброго времени суток. Сегодня у меня на ремонте электропила фирмы Дью. Сейчас посмотрим. Здесь в кейсе весь набор, можно сказать. Пила, два аккумулятора, зарядная. Что же с ней случилось? Ну, то, что она дешевая, поэтому в ней, как и всех дешевых электроинструментов, помимо того, что сам инструмент оставляет желать лучше, но у них еще и аккумуляторы, хуже некуда. Поэтому, как мне сказали, в одном аккумуляторе плата зарядки не работает, а в другом уже аккумуляторы сами дохлые. Поэтому надо тупо перекинуть плату зарядки там, где более живые аккумуляторы. Сейчас проверим. Не запускается, еле крутится. Я так понимаю, что здесь у нас проблема с аккумуляторами. А здесь у нас вообще не запускается. Скорее всего, проблема именно с платой. Поэтому сейчас вскроем обе и посмотрим, что и как. Вскрываем. И наблюдаем такую картину. Здесь от перегрева просто отваливаются силовые ключи. Я, кстати, уже не один раз встречал эту проблему в данных устройствах дешевых. Видите, тут такая температура во время работы, что даже припой расплавляется, и они просто тупо съезжают в сторону. Хотя вот, не знаю, будет, насколько вам видно, там получается капелька припоя попала даже на сам чип. Ключи пробиты. Можно сказать, что они могут звенеть в плате, но проблема в том, что они от платы. Вот здесь ножки отпаяны. Поэтому они звенят не в плате. Видите, они даже не припаяны. Поэтому разбираем второй и смотрим его состояние платы. Ну, здесь они, по крайней мере, на месте. Но тоже видно, что один уже слегка съехал. Я все-таки отпаяю плату и возьму и добавлю сюда припоя на ножки и сзади. Плата у нас прокручена. Плату буду отпаивать прямо от этих пятаков. Так удобнее. Раз. Два. 4 и 5 и 6. Такой у нас паучок. Убираем в сторону. Здесь у нас аккумуляторы убиты. Убираем в сторону. Берем с предположительно живыми аккумуляторами. То же самое отпаиваем. Так, единственное, сразу добавлю сюда припоя, пока не припаял к плате. Раз. Ну, я думаю, так вот шансов у них удержаться на плате куда больше. Еще можно будет вот эти вот провода тоже добавить припоя, потому что они еле-еле держатся. Ну, я уже их когда припаяли. Откручиваем нерабочую плату. И устанавливаем рабочую. И возвращаем провода на место. Как говорил, добавлю припоя на провода. Надо быть осторожным, чтобы ничего нигде не каракнуть, так как уже плата запитана. В принципе, достаточно. Вот такая вот небольшая, так сказать,
Доработка с припоем. Сейчас соберем корпус и проверим. Проверим, что нам это дало. Замена аккумуляторов. Так как собрали с 2-1. Пробуем. Ну, тут, в принципе, уже очевидно, что у нас пила куда шустрее начала работать. Так как там, хозяин сказал, уже не заряжалась толком. И не держала. А здесь, получается, вы сами видели, от перегрева отвалились транзисторы или мосфеты. По сути, тут моторчик стоит и пила на прямом приводе. Как бы ничего такого сверхъестественного. Поэтому получается, что у нас просто-напросто некачественные элементы для аккумуляторов. Но также я еще, кстати, встречал, бывало, приносили. Здесь набиваются мелкие ветки, и она уже идет под нагрузкой, ей тяжело. Поэтому тоже как бы немаловажно следить, чтобы в эту часть ничего не набивалось. Тогда ей будет все-таки легче. Вот. Надеюсь, такое видео кому-то будет полезным, кому-то интересным. Хотелось бы услышать ваши комментарии по данному ремонту. Всем спасибо за внимание, всего хорошего.